Глицерин является важным компонентом, входящим в состав большинства косметических средств. Основная его роль состоит в увлажнении кожи и удержании в ней влаги. В этом сюжете я расскажу вам, как улучшить состояние кожи лица, сделать ее гладкой и красивой, отбелить ее и омолодить. Для приготовления этой маски нам потребуется рисовая мука. Получить ее можно как в домашних условиях, измельчив рис в кофемолке, так и приобрести готовый продукт в магазине. 2 столовые ложки рисовой муки смешиваем с 2 столовыми ложками кефира. Добавляем к смеси 1 чайную ложку глицерина. Для получения необходимой консистенции добавляем небольшое количество молока. Результат будет заметен уже после первого применения. Нанесите маску на 15 минут. Помассируйте кожу, прежде чем смыть маску. Ваша кожа порадует вас гладкостью и сиянием. Поры заметно очистятся, а кожа станет светлее.